Хор прошел отборочный тур, официальный отборочный тур, и вошел в финал международного конкурса, который называется «Конкурс русской песни в Великобритании». Он пройдет с 27 апреля по 4 мая в Лондоне. Насколько нам известно, из России пойдут два коллектива. Это хор из города Вологда и из города Благовещенск. Финал его определен 29 апреля. Финал конкурса будет, вот он будет проходить в Королевском колледже музыки. Мы знаем, что приглашена туда королевская семья. Программа у нас будет состоять из двух номинаций. Номинация «Русская песня» и номинация «Духовная музыка». И в той и в другой по два произведения. То есть всего мы представим четыре произведения.